В Сургуте с вечера пятницы до утра воскресенья перекроют для движения машин перекресток улиц Меликарамова и Федорова. Планируется, что в это время указанный участок заасфальтируют. Общественный транспорт, следующий по маршрутам номер 8, 31, 45, 116 и 117, пустят в объезд. Напомню, работы в этой части города ведут с середины июля на Меликарамова, на отрезке от пересечения с Федорова до поворота на Геологическую, построили фрагмент ливневой канализации. Сейчас монтаж завершен, продолжается асфальтирование.